Вопрос к Игорю Владимировичу. Все мы знаем, что сейчас функционирует детская футбольная академия. Мониторите ли вы ситуацию? Есть ли какие-то выдающиеся сейчас ребята? Можете ли кого-то, может быть, отметить? Футбольная школа работает у нас очень хорошо, прекрасно. Все условия созданы для того, чтобы воспитывались хорошие футболисты. Есть ребята, которые надеются через 20 лет будут играть. Все мы знаем, что футбольные журналисты любят, поучать футболистов. Как вы считаете, какой должна быть футбольная критика? Как должны, в принципе, не то, что работать футбольные журналисты, что они должны больше, может быть, публиковать, может быть, как они должны отмечать что-то? Ну, это, в принципе, ко всем вопрос. В принципе, я думаю, это работа журналистов, и они должны разбирать, наверное, анализировать наши действия и указывать свое мнение, журналисты его высказывают. Мы просто должны, наверное, слушать и, анализировать. Но самое главное, чтобы футболист после игры сам анализировал то, как он сыграл, и меньше потом допускал этих ошибок в следующих играх. Мы в зимний и всякий период начинаем очень поздно. И команды не только стадион не готовы, которые играют на международной арене. У нас не хватает времени войти в нормальную форму и быть достойным соперником на Европе. У нас, к сожалению, изменений никаких не может быть, потому что у нас есть регламент, который второй круг и первый начинается. Как вы знаете, есть перерыв, который чемпионат Англии у них позволяет природные условия играть. Климатические. Всю зиму они все время в форме. У нас, к сожалению, не получается такого. И нет тренировочного процесса, просто физического не может. Как бы там ни было, но в турнире другому не может участвовать в другом чемпионате, чтобы вытянуть туда форму. Это реально жизнь. И функциональная возможность у нас мало готова, на 100%. Нам не хватает официальных игр, где больше психологически нагрузки. Да, игровые браки тоже, именно самая главная психология, которая у нас должна быть на высоком уровне. Где примерно у нас 100 профессоров и каждый четвертый футболист. Мы сделали футбольное поле маленькое, но, к сожалению, у нас сейчас немножко не хватает средств для того, чтобы создать трансформер большого поля. Поэтому я вот к вам бы хотел обратиться. Это просто была представлена вашему президенту, будет Ярославскому, но я думаю, что вот вашей помощью. Спасибо большое.